Биджей Джонсона не назовешь. 2-2. Ну, благодаря таким игрокам можно эту зону разворачивать и превращать ее в 2-3 на то, чтобы помешать броску. Хороший навес. Отлично. Размен. Брайса техника замучила. И он все-таки выкрутился. Ну, может быть, такая ситуация. Просто много раз сталкивались, когда были остановки постоянные. Халатурин выловил мяч. Хантер Молчун. Так, всех на себя собрал. Ну, здесь тогда или атаковать надо сразу же. Перерыв. Вот у Соломона ни одного подбора сегодня, а у Халтурина 2 подбора за 5 минут. То и здесь все тяжело. На Брайса. И самого результативного игрока соперников держит теперь самый лучший защитник «Зенита». Если не забил по логике баскетбола, он все делал абсолютно правильно. Чебуркин был в 3-секундной зоне в метре от кольца и не стал бросать. Поймал как-то фолы, как мяч. Брайс хочет сам, потому что его опекает Дублевич. То же самое, как Курича опекал Халтурина. Казалось бы, отдайте передачу, но здесь здорово. И Джонсон ему говорит: мы тебе целую сторону оставили, обыгрывай. Не обыгрывает, просто так.